Международный комитет Красного Креста изучает вопрос нахождения азербайджанских военнослужащих лейтенанта Али Юсифова и солдата Мамедаги Иманова в армянском плену. Об этом, как передает канал 13 «Спутник Азербайджан», сообщил отец Али Юсифова Сулейдин Юсифов. На днях в одном из армянских телеграм-каналов была опубликована фотография военнослужащих с подписью о том, что двое мужчин, изображенных на ней, находятся в плену вооруженных сил Армении. «Я сохранил скрин экрана с изображением сына и отправил его в Красный Крест. Там нам сказали, что уже проинформировано о публикации и изучают ситуацию», – сказал Юсифов. Однако действительно ли живы пленные, ему ответить не смогли. «Вы даже представить не можете, насколько тяжело мне как отцу видеть эти фотографии. Я весь день провожу в интернете в поисках информации о сыне. Эти изображения я нашел не сам. Мне их передали знакомые», – поделился своими переживаниями Юсифов. Ранее сообщалось, что Юсифов и Иманов пропали 3 октября 2020 года в ходе боев за освобождение Физулинского района Азербайджана. Последний раз сослуживцы видели, как Юсифов перевязывал раненого Иманова. Когда по окончании боевых действий военнослужащие вернулись на то же место, они не обнаружили ни лейтенанта, ни солдата. Последние не числятся также среди погибших. Предположение о том, что последние могли оказаться в армянском плену, получило право на существование после того, как руководитель рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана Исмаил Ахундов сообщил журналистам, что в армянском плену все еще находятся двое азербайджанцев. В Азербайджане содержится 5 армянских граждан, 2 военных и 3 гражданских лиц. До сегодняшнего дня из плена освобождены 13 военнослужащих азербайджанской армии и 3 гражданских лиц. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.